знаю, думаю, что все видели уже эту книгу, и у многих она есть, если не у всех. Ну, в общем-то, если кто-то не видел, то хочу... Тут она в суперобложке, в общем. Здесь есть письмо Гарри Поттеру. Вот. Что мне нравится, написано на такой желтоватой бумаге, зелеными чернилами, все как надо. Здесь также есть различные брошюрки по квиддичу, различные наклейки, различные имитации учебников. Очень много-много всего. Я оставлю ссылку на видеообзор Вики Снежной, потому что лучше нее, я думаю, обзор по этой книге никто не сделал. Вот, там она подробно каждую страничку, каждый вкладыш показывает. И вообще она очень сделала атмосферное это видео. И именно после него мне захотелось очень купить эту книгу. Вот, тут также... короче, тут очень много вкладышей. Открытка на святочный бал. Вот она здесь. Вот, тут очень плотные глянцевые странички. Тут декреты, Амбридж, очень много, в общем. Ну и самое главное тут, конечно же, карта мародеров. Вот она. Вот. Поэтому, я не знаю, эта книжка моя любовь. Или просто мне неудобно вот так вот показывать каждую страничку, но... Просто оставлю, если кому-то интересно, можете посмотреть обзор на эту книгу. Тут также есть пропуск в Министерство магии. Как оно тут открывается? Вот. И, в общем, она очень яркая, красочная, тут очень много фактов. И я ее пару раз перечитывала, давала своей подруге, лучше бы не давала. Просто у меня тут помятые какие-то уголочки, в общем, вернулись. Я не люблю, когда у меня книжка помятая. Вот. Я заказывала с какого-то сайта ВКонтакте билет в Хогвартс. В общем, в нем пришел вот в таком вот... В таком в этом конвертике с печатью сургучной. И он вот так вот выглядит. Платформа 9¾. Лондон, Хогвартс. И тут, я не знаю, видно или нет, он еще... такими серебристыми блестяшками переливается. Я заказывала в интернет-магазине вот такой кулончик Снич. Вот такие часики, в общем. Также у меня есть кулончик в виде банка Gringotts. Монеты банка Gringotts. Вот, в общем. Вот эта штучка тут так вот двигается. Есть кулончик даров смерти. Тут к теме не относится, но также у меня есть часики с голодными играми, с Сойкой, пересмешницей. Но я их просто вместе заказывала и думаю тоже показать вместе. Также я думаю все купить себе такой же кулончик, в общем, в виде маховика времени. Вот, но все никак руки не доходит. Я бы еще заказала себе шарф с Коктевраном. Факультета Коктевран, Равенклу. Почему именно он? Потому что на Поттерморе меня распределили именно туда. Вот. Но это все в планах пока. Вот, также что... как же я вам забыла рассказать, что в одном магазине, как там «Книга Мир» называлась или что-то такое, мне удалось раздобыть две легендарные части книг. Это издательство «Росман», подарочное издание, также выходило очень маленьким тиражом. Эти книги тоже практически нигде нельзя достать, и серия... Вся серия, то есть все 7 книг в этом издании сейчас продают на Авито с рук за 10-15 тысяч рублей. Хотя я их купила
ценники содрала, да? Чтобы мама не видела. А нет, вот здесь за 542, и тут поменьше, наверное, будет, потому что тоньше. Это узник Азкабана и кубок огня. В общем, эти обложки очень красивые. Они в супер обложках, то есть вот тут портрет Роулинг. И что? Ну тут замок. Тут такое золотое тиснение. И вот таким, я не знаю, как продавленным, в общем, сама надпись. То есть вообще ее так не видно, она вся черная. И что прикольно, что, в общем, что мне нравится, что здесь сама обложка, она такая, как холст, и очень такая плетеная, приятная и очень красивая. Вот тут помимо Хогвартса. Здесь также белая плотная бумага, что в отличие от Росмановского обычного издания, где желтые тонкие странички. Здесь все такое качественное и красивое. В общем, мне очень нравится это издание. Ну и также вот кубок огня. В общем, эти книги вообще мне невероятно удачно перепали. Что еще интересно, что здесь на корешках, если собрать все 7 книг, будет картинка Хогвартса. Картинка Хогвартса всего такая мрачная. И еще мне что нравится, что здесь именно черное оформление. И оно такое лаконичное, строгое, серьезное. И обложки не выглядят детскими. И мне кажется, это очень в стиле Гарри Поттер, действительно в стиле этой истории. Вот. Ну и также мои 7 книг. О, господи. Вот. Все 7 частей. Могу сказать, что все они у меня разного года выпуска. «Философский камень», «Узник Азкабана» и «Кубок огня» у меня 2002 года. «Орден Феникса» и «Дары смерти» 2007. А «Тайная комната» и «Принц полукровка» 2013. То есть они совсем новые у меня, такие качественные, не знаю как, ну, в общем, красивые. И они отличаются тем, что здесь буковки желтые, «Гарри Поттер», а на всех остальных старых они золотые. Ну и так, в общем, на этом мой обзор Гарри Поттера заканчивается, потому что на самом деле я не хотела и не собираюсь рассказывать про каждую часть, потому что я думаю, тот, кто смотрит обзор по Гарри Поттеру, тот прекрасно знает, о чем эти книги. И я думаю, нет смысла по 80-му кругу рассказывать историю о мальчике, который там остался сиротой, которому на 11 день рождения явился Хагрид, отвез его в Хогвартс. Все это прекрасно знают. А если кто-то не знает, кто-то не смотрел, не читал, мне кажется, ему и не будет интересно смотреть видео об этом. Я просто хотела поделиться своими впечатлениями и своим отношением к этим книгам, потому что я знаю людей, которые читали Гарри Поттера, которые смотрели Гарри Поттера, но они так не прониклись этой историей, и она им просто не близка. Вот. А при этом я отношусь и обращаюсь к тем людям, для которых эта история очень важна и является неким вдохновением и таким индикатором доброты, человечности, фантазии, не знаю, волшебства внутри тебя. Я бы очень хотела, наверное, чтобы мои дети также знали эту историю, потому что она учит дружбе, учит верности, честности, учит доброте, возможно, смелости. И вообще эти книги, они очень помогают в жизни, особенно в детстве, в подростковом возрасте, ну, в таком 11-12 лет, когда тебе нужна какая-то поддержка. И я думаю, это все-таки нужна она больше таким, более, не знаю, людям, которые склонны верить в мистику, в эзотерику и все такое, которые ищут какой-то поддержки именно в этой стороне, то им она очень близка, и как я в детстве просто уходит в мир фантастики, в мир фэнтези с головой,
И просто я помню, как мне когда было плохо, когда... и ты просто открываешь эту книжку, читаешь, и ты находишь там какой-то себе дом, какой-то приют, и носишься в этот мир, и просто, не знаю, он тебя спасает. Там я находила отражение себя, и вы не представляете, насколько много я фантазировала и мечтала. Бывало такое, что я просто постоянно находилась в мечтах и фантазиях о том, как бы я там жила. То есть дома, когда я шла куда-то на уроках, на занятиях, просто в моем, не знаю, в моей голове просто постоянно роились такие фантазии, 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 где я представляла себя в этом волшебном мире, как я бы там жила, как бы я там что делала. И при каждой возможности думала о том, что я не хочу жить здесь, я хочу жить там. В общем, на этом мой обзор подходит к концу. Мне бы очень хотелось узнать, как вы относитесь, читали ли вы, смотрели ли вы фильмы, как вы относитесь к миру Гарри Поттера, насколько он важен для вас. И вообще, если вам есть что-то сказать, то пишите. Ну и всем спасибо за внимание, и всем пока!